Ассаляму алейкум, сазашим. Пипец, чуть подустали. Короче, сеть нашли все-таки. Нашли сеть. Но проблема в том, что сеть, когда это находился, это уже 3-4 дня, как он оставил сеть. Вот вся рыба тут сдохшая. Вот. Вот этот судак. Килош, наверное. Вот вытащили. То, что живое, вот собираем. То, что мертвое, вот там все. Сдохшая рыба. Вот прямо вот перед нами, метров 150-170 сеть. Китер. Вытащили. Рал. Там она отпустила. Хайк нас не отпустили. Что творится в Шарлове, ребята. Смотрите. Даже вот удочку вытащили. Нет, вот такую вот удочку тоже вытащили. С катушкой вместе. А вот она катушка. Вот чем можете забрать. Вот катушка. Удочка тоже вот. И сеть. Не здесь, хайтарнус. Вот, ребята, после сетки вот сразу вот пошла. Вот сразу вот. Вот Еркин поймал. Вот. Ну, сеть убрали, все, вот, машалла, вот пошла. Свежак вот вымах. Вот, Рома, если видишь, вот смотри. Мы Рома. Тебе сказали, сеть уберем. Вот сеть нашли, короче. Ассаламу алейкум. Чиктерыш. Она сеткіні көріп отқандай. Көрсөр қаншама миллион балық жатыр. Сеткіден мынау шардараны тазаласаңдар, жігіттер, ағайындар. Мына мындай сазандар түсіп жатыр, жігіттер. Да, вот только вот сетку вытащили вот сет. Сразу попалась вот. Жаным. 900. Я, ана мен асын қалата жазыш. А, метка, ма, метка сып. Метка. Нет, жазып қойсам мына ерекеде жазып қоясың. Вот, ребята, смотрите, сколько рыбы. Дохлая. Вот, вся дохлая рыба, вот сеть вытащили. И вот пошла вроде. Бауырлар, у нас 70-тер мен міне сетки. Ана жақта сетки дағынты көрсетсей. Міне ақта да сетки жатыр, мына көлдің ішінде де. Қаншама сетки жатыр. Міне сетки. Сенбесеңіздер, көріңіздер міне. Балықтың бәрі құр босқа өліп жатыр міне. Жарамайды, сасып кеткен балықтар. Міне ақта сетки дағы жатыр. Міне ақта да сетки жатыр. Шығарған сеткілеріміз міне. Сенбесеңіздер, көріңіздер міне. Қаншама сетки жатыр міне. Балықтар көріңіздер ма? Обалдағы балықтар ай. Ішінде майда балық та бар, дәу балық та бар. Міне сетки. Осыны ревназорлар қалай байқамайды, осыны сауатқан адамдарды.